Итак, спортсмены взяли старт. Оба очень здорово разгоняются. Итак, 9-7 Кузнецов, 9-8 Мурашов. Быстрее было только у Коваля. И сейчас самый тяжелый второй поворот. Итак, Мурашов впереди. Первым выходит на финишную прямую, опережая своего соперника метров на 5. И Руслан первым заканчивает дистанцию с лучшим результатом. 34-79. Результат Кузнецова 35-50. Это четвертый результат. Итак,